Ну и последний настоящий ажиотаж наблюдается сегодня на цветочных рынках. В последний рабочий день перед 8 марта сильная половина человечества устремилась за подарками для коллег-женщин. Цветы покупают буквально охапками. Коллегам на работу. Уже вот часть цветов лежит в машине еще. То есть всем на двух работах, всем цветы. Сколько человек? 15 человек. И вы один на все? Нет, ну мы с руководителем. Вместе. Без женщин вообще мужчина не состоится, не существует. Женщина – это очень важный элемент все-таки. Это, понимаете, это как в магните. Плюс-минус, два полюса, все это должно быть вместе все, как молекула, понимаете? Только тогда это состоится, что-то такое происходит. А по раздельности это не получается. Только в столице работают 500 точек продажи. В город завезены в общей сложности 10 миллионов цветов из Эквадора, Кении, Колумбии, также российских регионов. Наибольшей популярностью пользуются тюльпаны. Их стоимость накануне праздника доходит до 100 рублей за штуку. Ну а розы от 120.